Шалом, уважаемые дамы и господа. И вот у нас месяц Ияр. Он второй по счету в еврейском календаре. Он наступает после месяца Нисан. Как известно, месяц Нисан – это раскрытие сверху. Мы ничего не делали, мы сидели в Египте, и вдруг Всевышний выхватил нас и спас. И вот после этого великого спасения наступает осмысление чего-то. Поэтому Каббала говорит, что есть путь раскрытия сверху, пробуждения верхней силы, которая влияет на нас. И теперь в этом месяце Ияр в нас самих должно проснуться пробуждение снизу, то есть пробуждение человека. Человек должен думать. Не случайно поэтому книга Яцира говорит, что центральной силой этого месяца является июн. Июн – это глубокое осмысление того, что происходит. Человек начинает думать. Вот эта мысль, работа снизу, когда человек уже не ждет, чтобы раскрылось что-то сверху, он хочет это добиться. Он хочет заслужить. И не случайно буква ВАВ соответствует этому месяцу. Буква ВАВ, она представляет собой прямую линию. Обратите внимание, человек, который служит внизу, который старается сам чего-то добиться, дойти разумом, осмыслить все происходящее, он добивается того, что благословение сверху спускается к нему, минуя какие-то повороты, реверсы и так далее. Прямая линия. Не случайно колено Иссахар соответствует этому месяцу. Известно, что Иссахар – это колено астрономов. Тех, кто знали передвижение планеты, могли рассчитать точно временное предназначение и местонахождение в этом мире. Им соответствует такой уровень, как бина, что тоже, если мы, бина – это интеллект, это постижение чего-то своим собственным разумом, соответствует понятию размышления, то, что мы говорили. Итак, этот месяц, он очень благоприятный для того, чтобы человек начал думать. Зачем он здесь? Вот все происходящее вокруг, для чего это все? Почему Всевышний поставил тебя вот именно в эту систему координат? И это порождает желание сверху. Как говорит Каббала, желание снизу, желание человека постичь, почему порождает и притягивает в этот мир, как я уже сказал, по прямой линии, желание сверху, желание нам помочь, подтянуть к нам силы, поддержать. И дай Бог, чтобы месяц Ияр, вот так, как он пишется, «Алиф Ют Ют Рейш, Ани Ашем Рофеха, Я Бог, Целитель Твой», чтобы Бог исцелил нашу душу, наше тело, и мы смогли продвигаться вперед к приходу Машиаха. Шалом, шалом.